И снова лайв. Прямой эфир. Спасибо, что вы с нами. Представитель России победил на чемпионате мира по единоборству «Контратака 9». Его поздравил в своем инстаграме глава Чечни Рамзан Кадыров. Финальный бой прошел в северо-осетинском Беслане. Офицер ОМОН шейх Магомед Рабханов из Чечни смог победить коллегу из Японии Казуо Иши. Главным организатором чемпионата стала Всероссийская Федерация прикладной подготовки силовых структур К-9. Ее представители вместе с руководством Северной Осетии, ветеранами спецгруппы «Вымпел» возложили цветы к монументу жертвам теракта, который случился в Бесланской школе номер 1 в сентябре 2004 года.